Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 5, урок 35. Найдем площадь закрашенной фигуры. Фигура А. Найдем площадь сначала большого прямоугольника. Для этого мы 7 умножим на 5. Получится 35 квадратных метров. А затем площадь маленького квадрата. 4 умножить на 4. Это 16 квадратных метров. Чтобы найти площадь всей фигуры, сложим площадь прямоугольника и площадь квадрата. То есть к 35 прибавим 16. Получится 51 квадратный метр площадь всей закрашенной фигуры. Задание Б. Сначала найдем площадь большого прямоугольника. Для этого мы 5 умножим на 6. Она будет равна 30 квадратных дециметров. А теперь найдем площадь белого прямоугольника. 2 умножим на 1. Она будет равна 2 квадратным дециметрам. Площадь незакрашенной фигуры – это когда от площади большой отнимем площадь маленькой. То есть от 30 отнимем 2. Мы получим 28 квадратных дециметров площадь закрашенной фигуры. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.